Здравствуйте. Добро пожаловать на программу «Вести Карачаево-Черкесия». События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. В республике растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. На базе Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы открыли ковид-госпиталь на 80 мест. Прошло всего лишь 2 года. Одна из скамеек уже сломана. Не все жители бережно относятся к созданному комфорту. Между тем, реализация партийного проекта «Городская среда» продолжится. Бесхозно пасущийся скот на дорогах республики создает большие проблемы и становится причиной дорожно-транспортных происшествий. МВД проводит профилактические меры. Место действия – все та же баня, но страна уже другая. После 20-летнего перерыва труппа Карачаевского театра решила возродить любимую постановку, но совершенно в новом варианте. Карачаево-Черкесия возобновил свою работу ковид-госпиталь на базе республиканской клинической больницы, который находился в резерве. Госпиталь рассчитан на 80 мест, и за время работы в летний период он показал хорошие результаты по лечению ковидных пациентов. Подробности в материале Руслана Джукаева. Госпиталь на базе республиканской больницы без преувеличения можно назвать одним из многопрофильных. Сюда привозят пациентов с сильными осложнениями и сопутствующими заболеваниями, что значительно усложняет процесс лечения больных. Уже 5 суток госпиталь принимает зараженных со всей республики. 22 числа госпиталь работает в полном объеме. Наш госпиталь рассчитан на 80 коек, в том числе реанимационные койки. Значит, госпиталь оснащен, весь коечный фонд оснащен кислородными точками. Имеются в полном объеме аппараты искусственной вентиляции легких для инвазивной терапии и для неинвазивной терапии. И плюс для тех больных, которые не нуждаются в аппаратных методах протезирования дыхания, имеются кислородные точки каждой койки. Зачастую в тяжелом состоянии в госпиталь попадают люди с хронической сердечной и почечной недостаточностью, сосудистыми и другими заболеваниями, которые могут усугубить состояние больного. Наша больница имеет в своем составе региональный сосудистый центр, куда везут всех пациентов со всей республики с подозрением на острую сосудистую катастрофу. То есть это больные с инфарктами, с инсультами. И достаточно часто случается так, что у больного параллельно с какой-то сосудистой патологией острой выявляется ковидная инфекция. Поскольку всем пациентам, которые обращаются по экстренной помощи, у нас в больнице выполняется компьютерная томография грудной клетки, то выявляемость, естественно, достаточно значительная. Конечно, даже в обычное время не всегда хватало высококвалифицированных кадров, но опыт первой волны показал, как правильно регулировать процесс распределения кадров, и это дает свои положительные результаты. В составе кадров нашего госпиталя имеются специалисты соответствующих профилей, в том числе кардиологи, неврологи, хирурги. То есть это те основные специальности, пульмонологи, естественно, само собой, те основные специальности, по которым и идет вопрос лечения сопутствующей патологии. Не только основной, но и сопутствующей патологии. Поэтому в этой ситуации больные оказываются достаточно в такой контролируемой ситуации, когда сопутствующая патология вся находится под контролем у врачей. Несмотря на принимаемые меры системой здравоохранения, главной защитой от COVID-19 является личная ответственность граждан и соблюдение всех рекомендаций Министерства здравоохранения. Руслан Джукаев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. И вести из оперштаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 9173 человека. Из них 5531 выздоровел, госпитализировано 734. В исполнительном комитете регионального отделения партии «Единая Россия» обсудили итоги реализации партийного проекта «Городская среда» по благоустройству дворовых и общественных территорий. О том, как меняется облик городов, какие проблемы возникают при воплощении проекта и продолжится ли реализация программы, узнавала Альбина Ламкова. Программа «Городская среда» по благоустройству дворовых и общественных территорий партийного проекта «Единая Россия» работает уже 4-й год. За это время проделана значительная работа. Обустроено 289 дворов, 103 общественные территории и 12 парков. Успех ее реализации складывается из опыта. В начале осуществления проекта возникали вопросы и сложности, отметили в исполнительном комитете «Единой России». Сейчас же ситуация изменилась. Все понимают, в каком направлении нужно двигаться, чтобы воплотить проект достойно. –
Но все же для четкости работы осталось ряд проблем. Существуют разногласия как со стороны подрядчиков, так и самих жителей. Вопросы возникают разные, но самое главное – результат, качественно проделанная работа. Чтобы она оправдала ожидания людей, среди подрядчиков нужно провести аттестацию по результатам предыдущего года. Может быть, это и кому-то не нравится. Я, наоборот, считаю это позитив, что мы начали находить и предъявлять претензии к подрядчикам. Как-то мы пытались в своем соку крутиться, немножко на это не обращали внимания. В этом году впервые, на мой взгляд, более принципиально в вашем лице, в лице Фатимы Анатольевны, в лице Игоря Яхьяевича, в общем, вот, нас начали предъявлять серьезные претензии. Потому что огромные деньги вкладываются в миллионы рублей. В своем выступлении Наль Гашуков сказал, что проводимому благоустройству очень рады районы, где не было продвижения в этом направлении. А еще отметили поведение граждан. Они не участвуют в финансировании, но создают проблемы, не идя навстречу исполнителям проекта, рассказали на заседании. Уважаемые мной присутствующие депутаты просто были выведены из себя. И вы вот тоже при этом присутствовали. То есть, ну, странная позиция, как людям делает Единая Россия, власть делает творы, и они как бы, ну, не то что неблагодарны, но еще и агрессивно. На встрече обозначили еще одну немаловажную сторону по благоустройству в дворовых и общественных территориях. Это бережное отношение к тому, что создают во благо людей. Совсем недавно территория во дворе дома по улице Октябрьская была образцовой. Ее благоустроили по партийному проекту «Единая Россия. Городская среда». Прошло всего лишь 2 года. Одна из скамеек уже сломана. И это не единственное разрушение на этой площадке. А что будет лет через 5, даже страшно представить. Дворовая площадка – место отдыха как детей, так и взрослых. В вечернее время двор переполнен. Ребятишки резвятся, играют, катаются на качелях, занимаются спортом на турниках. А люди постарше с радостью наблюдают, сидя на лавочках, и делятся последними новостями. Я хочу, чтобы в каждом дворе были вот такие площадки. И чем больше, тем лучше. Для детей это самая раздолье. Потому что без них детям скучно, им делать нечего. А так весело. Конечно же, большая часть граждан относится бережно к созданному комфорту, но есть и те, кто не ценит. Ломают качели и даже фонарь, который находится на приличной высоте. Это надо родителям объяснять своим детям, что так делать нельзя. Нельзя ломать новые площадки. Нужно быть осторожным. Участники заседания по программе реализации партийного проекта «Единая Россия. Городская среда» сошлись в одном. Программу нужно продлевать, так как, несмотря на возникающие проблемы, жизнь с ней становится комфортнее. Альбина Ламкова, Либастанов, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. Время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 10-14. Температура ночью 4-9, днем 15-20. А в горах ночью минус 2, плюс 3, а днем 7-12. В Черкеске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. И днем будут порывы до 10-14. Температура ночью 6-8, днем 17-19 градусов тепла. Мега-дешевизна в магазине «Ветские меха». Только до 31 октября. Норка за 37 тысяч рублей. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Рядом с магазином «Магнит». Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести» в прямом эфире, и мы продолжаем. Участились ДТП с участием бесконтрольного выпаса домашнего скота. МВД Республики совместно с администрациями проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение данной проблемы. Было отмечено, что в Даусовском сельском поселении имеется штрафстоянка для загона пасущегося без присмотра скота. Объездчик, обеспечивающий подарок и блокирующий выход животных на федеральную автодорогу. Такая же встреча состоялась и в отделе МВД Карачаевский с представителями городской и районной администрации. По сводкам Министерства внутренних дел, за 9 месяцев этого года на дорогах республики произошло 89 ДТП с участием домашних животных, в которых один человек погиб и 16 получили травмы различной степени тяжести.
Карачаевский театр готовит к показу комедийный спектакль «Директор бани». Впервые он был поставлен на сцене в 1975 году и в течение еще многих десятилетий оставался любимым и проходил при полном аншлаге. И вот после 20-летнего перерыва труппа Карачаевского театра решила возродить любимую постановку, но уже в совершенно новом варианте. На генеральной репетиции «Директора бани» побывала Мадина Каракетова. Сцена в Чапаевском с тех пор, как Карачаево-Черкесский драматический театр закрыли на реконструкцию, а национальные театры передислоцировались в села и аулы, ожила в буквальном смысле. Здесь то и дело звучит музыка, разрывается от команд голос режиссера, раздаются реплики актеров. Труппа Карачаевского театра репетирует комедийную постановку «Хамам на директоры», «Директор бани». Зрители старших поколений прекрасно помнят предприимчивого и хитрого Сарыбаша Токмаковича Тапсашарова и его глуповатую, несуразную секретаршу Алтынчач, которые в течение получаса смешили до колик в животе зрителей. «Директор бани», он, конечно, легендарный спектакль. Это была одноактовая пьеса. Написал ее Шахарби Эбзиев. И еще в 75-е, 76-е, 8-е годы мы ее как одноактовую пьесу ставили. Ну, там, конечно, проблемы были не те, которые мы сейчас уже ставим. И она была нами, нашим театром, была сыграна на гастролях. И у нас более 1000 раз. Тогда играл директор бани Акбаев Азрет, а его заместителя Кочегара играл я. И вот спустя два десятилетия после последней постановки народный артист Карачаева-Черкесии и Кабардино-Балкарии, директор Карачаевского театра имени Шахарби Алиева Руслан Гачияев решил возродить комедийный спектакль. Но немного в другом контексте. А идею подсказало место действия – баня. В бане все открытые. Все открыты, все, что угодно можно говорить, там третье, четвертое. И я вот нашел такой вариант, что можно наши проблемы, которые есть у нас в стране, и эти проблемы очень большие. Я просто не хочу открыть секрет, о чем этот спектакль, но поверьте, что зритель сразу будет узнавать в наших персонажах то, что происходит. Об этом и фильмы показывают, об этом во всех странах ставится, и фильмы ставятся, и спектакли ставятся. Ну вот решили мы именно внутри бани решить такие глобальные государственные проблемы. Новый директор бани, двухчасовой спектакль. Вместо 4 актеров, как в первоначальном варианте, в нем задействованы 10. И, по словам автора новой постановки Руслана Гачияева, от старого директора хамама он оставил только место действия. А героев, события, тематику изменил до неузнаваемости, так сказать, а современнил, подогнал под сегодняшний день. Сначала идею режиссер Хамзат Урусов и актеры театра восприняли весьма уныло. Слишком серьезная и неинтересная тема – политика. Но в процессе работы оказалось, что только на первый взгляд. Когда первый раз заикнулись о том, что будем делать, Руслан прочитал пьесу, ну, как бы, ну, такая государственная тема, неинтересная получается. Потом, когда уже стали входить туда, то там другие совсем отношения, там более острые, там, ну, рассказывать не хочется, чтобы заранее люди знали. А там такие ходы острые, что приходится выворачиваться всем, и вот эта фантазия каждого в этом, участие в этом, оторвать свой кусок, пытаются все, начиная от дворников, то интересно. Может, кому-то будет и школой. Может, какая городская баня и перейдет. Опыт наш переймет. И сама главная героиня, странноватая секретарша Алтынчач, которую играет популярная эстрадная певица Зульфия Чучаева, которая в старом варианте директора хамама превращается из простушки в настоящую стильную красавицу, в новом варианте также удивит не только внешним преображением, но и правдой своей личности. Самое главное для меня то, что я играю главную роль именно в карачаевском спектакле. Это тоже для меня что-то новое. То есть сказки были, а такой важной, ответственной роли именно на родном языке не было. Поэтому я очень хочу попробовать себя именно в карачаевском спектакле. Дается любая роль очень сложно, но я думаю, у меня во мне много желания, чтобы перебороть все эти трудности, сложности. Новый директор бани – комедия остро-сатирическая, гротесковая. И, как обещают авторы и режиссер, она будет очень музыкальная, танцевальная, своего рода проба первого карачаевского мюзикла. В труппе Карачаевского театра после двухгодичного перерыва в работе не терпится представить свою работу на суть зрителей, но остается открытым вопрос, когда. Ведь свои коррективы в жизнь республики, в том числе и культурную, внес COVID-19. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия, Прикубанский район.
Таким был понедельник Карачаево-Черкесии, а прямо сейчас премьера многосерийной драмы «Зови меня мамой». Приятного просмотра и ждите вестей.